Помолимся. Царю небесный, утешителю души истинным, и же везде сы, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, иди вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви друг к другу, в согласии единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Евангелие от Матфея, 10 глава, с 1 стиха. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Толкование. Избираются 12 учеников по числу 12 колен Израилевых, ибо к ним он послал их прежде, хотя и мало их было, так как и вообще мало таких, которые идут тесным путем. Дал он им силу чудотворений, дабы, удивляя чудесами, они приобретали внимательных своему учению слушателей. Вопросы? Игнат Тихонович. Да. Вот здесь толкуется так, что Христос дал силу чудотворений, дабы, удивляя чудесами, они приобретали внимательных к своему учению слушателей. А сегодня, наоборот, такая ситуация, что вот чудотворные иконы мироточат и... Наоборот, они как бы не дьявол или смеются над нами, уводят они от истинной веры-то. И как вот различить истинное чудо, и от, которое приводит к Богу, от ложного? Ну, об иконах тогда и речи не было. Зачем туда подставлять иконы? Какое это чудо? Лукавые насмехаются над людьми, как комиссия сказала во главе с Иоанном Экономцем, от патриархии назначенная. Не демонские ли силы над нами издеваются, а мы мироточение считаем божественным? Уже ответ дан. Речь идет об исцелениях. Внезапном исцелении, внезапном обращении. Тут все понятно. Иудеи требуют чудес. А Иоанн Златоуст говорит, я не нуждаюсь в чудесах, у меня вера есть. Господь не сказал, кто будет верить в чудеса. А кто будет веровать в Слово Божие? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А вера не от того, что ты увидел, как течет что-то там по доске, по образу. Я гляжу, тут у вас разговор был. Это попутно хотел сказать. Ну, там какой-то суеслов, священник один, говорит, а разницы нет, мужская, не мужская одежда. Сегодня можно... Так, а женщина спрашивала его, а какие святые отцы об этом говорили? И главное, комментарии к ролику отключены. Здорово как. А вот мы считаем, что Гангский собор, 12-е правило. Мужчины не должны одеваться в женскую одежду, ни женщины в мужскую. Так. И даже если ради подвижничества, ну, подвязалась вот там, как Ксения Петербургская, то 6-й Вселенский собор, 62-е правило запрещает. И Гангский, 13-е. Вот кто там переговаривал, где Виталий, запиши себе. И выйди на этого суеслова. И объясни ему, какие святые отцы. Они уже в крови захлебнулись. Все воины, все благословляют. И в Абхазии, и в Чечне, и везде. Поэтому тут же одежда. Какая разница, одежда, не одежда. Если
трупы ничего не значат. Повторяю, это написано 6-й Вселенский собор. Запишите себе. 62-е правило. Игангский собор. 12-е и 13-е правило. Это речь идет о сотнях святых. А он ни одного не мог назвать. Он не знает. Или умышленно лжет. Говорит превратно, дабы увлечь за собою, чтобы случайно кто не отошел. Любое безумие оправдывается сегодня. Для этого семинарии, академии, магистерские звания, кандидатские и доктора. Только для одного. Доктор богословия. А богословие не надо лечить. Оно единственное истинное. Я просчитал сейчас. Вселенские соборы. На одном Вселенском соборе 630 епископов. И вдруг этот человек крест надел на себя, пузо отростил. Писание не знает, святых отцов не знает. Это православием называют. Православия-то никакого нету. Одно безумие осталось. Вот конкретно я показываю. Виталий вам покажет, он Калиников. С ним там один кто-то разговаривал, кажется, на его там разговоре увидал. Вот ответ. Попутно сказал. И никто не выступает, не знают. Ганский собор, 12-13 правило, 62-е, 6-й Вселенский собор. Не знаешь о соборах, заряди, увидишь там сколько епископов. Вселенский. И вдруг патриархийный Стергианец выходит и людям, говорится, вешает кое-что. Отошел. Матфея, 10 глава, 2, 4 стихи. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев, Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Кананит, Иуда Искариот, который предал его. Евангелист исчисляет имена апостолов. Евангелист исчисляет имена апостолов ради лжеапостолов. Наперед поставляет он Петра и Андрея, так как они призваны прежде других. Потом из сынов Зеведеевых Иакова поставляет прежде Иоанна. Потому что он исчисляет апостолов не по достоинству их, но просто как пришлось. Заметь смирение Матфея. Себя поставил он после Фомы, а когда дошел до Иуды, не сказал «этот злодей, этот враг Божий», но назвал Искариотом по его отечеству. Ибо был и другой Иуда, называвшийся Левием и Фадеем. Таким образом, были как два Иакова, один Зеведеев, другой Алфеев, так и два Иуды. Иуда Фадей и Иуда предатель. Симона уже было трое, именно Петр, Кананит и предатель. Ибо Иуда Искариотский назывался и Симона. Вопросы? У меня вопрос есть. Ну, давай. А где слышно говорить, куда? Да тут хорошо слышно. Можно даже оттуда слышать. А. Можно ли вообще сравнить эту историю с избранием апостолов? Как? В общем, с историей избрания вообще каждого человека, когда Господь избирает, ну, избрание ко спасению. И конкретно отпадение вот Иуды, это как отпадение, потеря избранничества. Ну, применительно вообще к общечеловеческому масштабу. Что Господь избирает в себе людей, ну, по своему избранию, как написано в послании к Римлянам в 9 главе. А потом кто-то теряет это избранничество, то есть добровольно. То есть можно это как бы экстраполировать, это событие с апостолами, на всех христиан, которые в этом мире проживают. И по каким качествам, ну, Христос избирал апостолов? Не просто так же избрал, а каких-то людей, возможно, ну, склонных к такому виду деятельности, то есть жизни такой подвижнической. Кто такой мой вопрос? Игнатий Тихонович, пожалуйста.
Вам ответ держать. Люди предполагают, а Бог располагает. Вот пророк Самуил получает повеление Божие завершить царствование Саула и показывает дом, где в Вифлееме живет такой-то Иессей, к нему пойди, у него есть сыновья, и там изберешь. Но назвал бы Господь как, а он не знает, по каким признакам избрать царя Давида, и после будет называться Иисус, сын Давидов. То есть выше никого нету на целое тысячелетие. А указания не было. Говорят, Турим и Умим у него был. Вот показывает в фильме два камня, и он раскрывает, ничего нет. А когда подошел к Давиду, от камней такой свет, пересечение, как лучи прожектора на нем сразу. Мы не знаем, так или нет. Но факт тот, что он не знал. Это абсолютно точно. А когда подошел, люди, говорят, избирают знатность, видность, все. А Господь избирает по сердцу. Причина показана. Сердце. Любящее. А он также обладаем был другими грехами. Легко увлекался и женским полом, и гневом. Но верность его была беспредельная. Веру он не оставлял. Вот это вся в этом суть. Господь избирал по каким признакам? Нигде не написано, мы не знаем. Но Иуду, может быть, избрал, потому что деньги любил. Ему назначена определенная участь была. А если бы все были такие, как Иоанн, любящие, предательства не было, искупительная жертва не совершилась бы. Ну, как-то слишком упрощенно. По-другому никак. Господь знает последний наш вздох на земле. Но избрал-то для чего? Для своей роли. В доме есть сосуды в почетном и в низком употреблении. А это церковь. Почетная, понятно, какое там, патриарх или кто. И низкое употребление. Тут можешь думать как угодно, но явно Иуда не в высоком идет. И поэтому его избрание было оправдано с божественной стороны. А если Бог знал, да почему? Нам не надо рассуждать. Абсолютно не надо рассуждать. Надо принять. Вот Господь говорит, иди к фараону. Я пошел. Иди, а я его ожесточу. А фараон в это время расположился, жена у него, как Пилата, его там погладила, научила. Он прям готов все сделать для евреев. Но только услышал, что Моисей с Аароном стоят в дверях, он мгновенно вскипел. Почему? Иди, а я ожесточу, Бог говорит. Да как где справедливость? Объяснить это нельзя. Никак. И вот, говорит, Бог избирает двойняшки, одновременно выходят. Старший вышел весь волосатый. Ну, мы знаем, кто Исав. А ему все и будет принадлежать. Нет, переменится по-другому. Переменится, он сам себя покажет. Они еще не родились, их еще не было, но Бог возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. У Бога нет ненависти. Это для нас, чтобы понятно было. Когда они сделали, написано, ничего ни худого, ни доброго. Ну где же правда? На все вопросы есть ответ. На этот нету. Иоанн Златоуст, говорит, апостол прикрикнул, как бы замолчать. А где это написано? Другое слово стоит. И что Бог не прав? Никак. А ты что споришь с Богом, если Бог так назначил? Не властен ли горшечник над глиной сделать такой и такой сосуд? А ты кто? То есть он криком постарался осадить человека. Так и здесь. Бог избрал. Какие качества он видел? У одного любящего. А Петр даже сравнивать не надо. Выскакивал везде и осаживал его Господь. Он был такой ревностный, вспыльчивый-то. А потом это все ему сгодилось. Иоанн Златоуст объясняет так. Вот если земля была заброшенная, ну, солончак, к примеру сказать, там ничто не росло. Но если распахать, там тоже ничего не будет, только будет белая пыль. А если вот земля, на ней ничего не засажено было, там крапива растет густо, это распахано, если будет, там плодородная почва, там виноград может быть, вот как. И поэтому бывает человек тихо живет, мирно, ничего от него нигде не... Он не выйдет и не скажет ни слова. Хорошее четверостишие, мне нравится у Алексея Максимовича Горького. Он прямо говорит, а вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. То есть личности как таковой нету. Кисель. Вот таких Бог не избирает. А эти пошли добровольно до конца вселенной. Фома идет в Индию. Апостол Андрей достиг Киевских гор, как говорят. Вот он избрал их таких, косолапых, больных Бог не избирает.
на миссионерское дело. У них ноги должны быть, как прекрасные ноги благовествующих мир. А сегодня избирать некого. Попы все с больными ногами. Ну, может быть, который там Фотий там пляшет где, поет. Прекрасные ноги. И поэтому Бог избирает по ревности. Знает, что они будут неравнодушны ко злу. Злое они будут ненавидеть, а добро любить. И они будут жаждать спасать людей. Вот это качество. Определенно. Что и проявилось в их жизни. Отошел. Игнат Тихонович, а вы Фотия упомянули, а можно ли его миссионером-то назвать, Фотия? Кого? Фотия вот этого, поющего монаха. Конечно нет, ничего тут нету. Нету ничего. Он не видит ни беды, какая с православием, что люди Бога не знают. Он сытый, довольный всем, и он совершенно не похож на священнослужителя. Нету. Это клоуны, которые выходят и начинают кривляться перед народом. Все, рот не закрывает. Ему все смешно. Он не знает беды, он не видит, что миллионы людей погублены. И его любят, и они говорят, что? Чтобы, извращая, и приобретая себе благоволение. Такие были лжепророки. Они выхватывали из людей, которые вышли за ними. Говорят превратно. Да какой же это епископ-то? Ему надо день и ночь плакать, Павел говорит, постоянно в слезах. А этот рот не закрывает, лыбится, стоит. И неудивительно, почему Андрей показывает таких, чем они занимаются. Я не конкретного человека беру, а вообще. Надо видеть беду, какая случилась. Священники не учат. Люди приходят, крещения нет, венчания нет, все обман один, даже венцы не надевают. Я не говорю определенно о ком, потому что это везде, буквально везде. А сколько? Я не знаю, но знаю, что на 300 человек только один что-то знает. На 300. 0,3%. А ходит не больше, как полтора от всего народа. А они православные считают все население России. Ну, обманщики. Я хотел спросить, вот посмотрите, патриарх Кирилл, он никогда не совершает правильно крестного знамения. На левую руку он ниже плеча, сантиметров на 40 ниже. Почему? У него рука больная. Оказывается, нет. Он совершенно здоровый человек. Почему? Неверие. Вера и страха Божия, если нету, он никогда правильное крестное знамение не делает. Вот я замечал, раньше президент Путин делал правильно, а потом то ли у них научился, сейчас тоже точно так же искажает. Креста-то нету. А за Гагулину какую-то машет, написано, он не крестился, звездился. Владимир Войнович пишет. Отец звездоний. Ну, проданный большевиками. Вот и ответ. Надо страдать, плакать. Учиться за каждую погибшую душу. А у него все смеются, они не понимают, что мы ходим. К нам дьявол сошел в великой ярости. Он не верит в это. Если бы он верил, разве он рот разевал? Зато он говорит, разеваешь рот, не боишься, что в тебя дьявол вскочит. Вскочит, а не войдет. Он рядом. Там ничего нету, ни внешне, ни внутренне, ни почем не видно, что это священнослужитель. Все. Спаси Христос. Матфея 10:5-7. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Толкование. Посылает их прежде к иудеям, дабы иудеи не имели повода говорить. Мы, иудеи, не уверовали, потому что они посланы к язычникам. Так он делает иудеев безответными. Самарян ставит рядом с язычниками, так как они только жили в Иудее, были вавилоняне, и принимали пророков, а только 5 книг Моисеевых, то есть книгу Бытия, Исход, Левит, Чисел и Второзаконие. Под Царством Небесным, разумея, будущее блаженство, Господь вооружает апостолов чудесами, говоря. Матфея 10:8. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте.
Толкование. Ничто так неприлично учителю, как смирение и нестяжание. Не превозноситесь тем, что имеете такие блага и раздаете их, ибо вы получили их даром по благодати. Но со смиренномудрием соединяйте также и нестяжание. А чтобы совершенно исторгнуть корень всех зол, говорит Матфея 10:9-10. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Толкование. Приготовляет их к самому строгому образу жизни. Посему запрещает им всякое попечение об излишестве и всякую заботу, не позволяет носить даже жезла. Это верх нестяжания и сильное побуждение верить учителю нестяжания. Будете питаться от учеников своих. Они обязаны доставлять вам это как делателя. Впрочем, достоин пищи, а не роскошного стола, ибо учителям не должно насыщаться, как тельцам упитанным, а есть столько, сколько нужно для поддержания жизни. И комментарий Игнатия Лапкина. Феофилакт пишет, что учителя будут получать от учеников за свои труды. Но сейчас, так как учителя, священники не учат, и ученики, то есть православные прихожане, добровольно десятину и пожертвования не несут, то учителя, чтобы прокормиться, вынуждены продавать то, что получили даром, благодать, и требуют деньги за таинство, требуют молитвы. Прихожане вынуждены выкладывать эти деньги, часто немалые, потому что священников в этом вопросе, потому что у священников в этом вопросе полная монополия. Впрочем, прихожанам такие торговые отношения нравятся, так как заплатив, ты больше ничем не обязан ни Богу, ни церкви, ни попу. Этот грех торговли благодатью называется симонией, и за ним следует отлучение от церкви. 23 правило 6 Вселенского собора, 100 главы собора, 44-45 правило. Вопросы? Матфея 10 глава 11-13 стих. В какой бы город и селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Толкование. Не ко всем велит входить, дабы, сообщая с недостойными, не навлекли на себя нарекания. Если же станут ходить к одним достойным, то, конечно, будут и пропитываемы ими. Далее повелевает пребывать, а не бродить из дома в дом, дабы не стали говорить об них, как о чревоугодниках, и дабы не подвергли оскорблению тех, которые примут их в первый раз. Под приветствием и миром разумеет благословение, которое обыкновенно остается на одних достойных. Познай же отсюда, что главным образом дела наши доставляют нам
благословение. Вопросы? Давай. Вопрос такой. Вот сейчас православная церковь пребывает, ну, в сравнительном таком изобилии. То есть, ну, как бы не бедствует. И храмы строят огромные, и епископы, и на автомобили имеют, и охрану. Вот там патриарх Кирилл только там на свою поездку, там какую-то область России северную, это было потрачено там чуть ли не миллионы долларов на аренду особняка именно, на эскорт, на охрану, на все эти события. Так, может быть, стоило для возобновления проповеди как-нибудь обнищать резко нашим всем священнослужителям, священникам, чтобы они ради того, чтобы найти себе денег на пропитание, пошли бы на проповедь. И тогда, может быть, сразу обнаружились, кто чем пошел зарабатывать. И зависит ли материальное состояние человека от его желания, ну, идти на благовестие, на проповедь? Такой вопрос на рассуждение. Игнатий Тихонович. Ответьте на вопрос, Никита, пожалуйста. Ну, видишь, это здорово было бы, но только ничего не останется. Православие исчезнет в один день. Пшика даже не будет. Никто на это не пойдет. Правитель сразу откажется от такой бедной церкви. А без поддержки власти она, церковь, это православная дня не проживет. Никого нету. Да если на них устроить еще такое гонение, как на экстремистскую организацию, я к примеру говорю, как на так называемых свидетелей сторожевой башни, то и все, и кончилось. А вот если бы сейчас были апостолы, они признали, а кого признавать, это все новое. Они бы вернули и развернули. И вот тогда бы, да, и думаю, я так предполагаю, что многие из сектантов, увидев эту первоапостольскую церковь, они бы сразу пришли в православие. И обновленная она заявила бы о себе, а правительство все бы отказалось от нее. Им не надо это. Им нужно, чтобы благословляли войны, все эти выборы, это грабеж народа. Вот, она все, во всем участвует и не обличает правительство нигде. А апостолы-то они... Все говорили правду. Мысль хорошая, здравая, сильная, но это невыносимо. Ну, помечтать нам не запрещается. Ну, а дальше-то, что там, про бедность спрашивает какую? Да, а кого она привлечет, бедность? Меня видят, что я в заплатах, со всех сторон судят. Хотя есть канон, который запрещает судить человека, который бедно одетый. Его под эпитемию. Канон нарушается даже. А я если буду говорить, а вот он в шелковой одежде, а живет правильно, христианин, я точно так же под епитимьей буду. Отлучения нету, а епитимья какая-то там на какое-то время. Тебе разницы нет. Тебе брюки надо, чтобы стрелки были. А у меня ничего этого нет. У меня 3-этажные заплаты. Но мне это как раз. У меня ничего нету. Сразу будут судить. Но это быстро прогорит. Вот если это там какой-то священник оправдывает, что женская одежда, не надевайте, да трансквиты этих начинает там, пол мужской, женский, да сидит, плетет, что попало, видно, страха никакого нету. Глаза от жира выкатились, написано. Злобно разглашают клевету, говорят свысока. Без страха уточняют себя. И кого-то учить берется. Ни один святой не сказал, да, ни один, а сотни святых, сотни. Почему? Так это канон. Она, за каждым каноном там люди, вот первый, допустим, 318 год, а сколько там их было-то? Посчитай, 325 епископов, к примеру говорю, а может быть 326. Вот и все. Мысль хорошая подана, но не будет этого. Конкретное где-то общине, это может быть как у нас. И то смотри каждый раз, гляди как. Недавно одна зашла у нас тут, сестра, а я его ухватил за погончик. Погончик, я говорю, а зачем ты? А я врач, у меня звание. Ты можешь носить, только не в церкви. Ты забыла, вот о чем я говорил. У нас есть врачи, у них воинское звание и следователь. Вот у нас гражданские, не надо погончики там гражданские носить-то. А ты можешь надеть там со звездочками, там дома у себя в церковь, не приходи в этом. А, вон как. То есть она не стала спорить. Во всем надо быть внимательным. То, что мы ведем занятия и считаем Слово Божие, и еще так вот рассуждаем, да где сегодня будут этим заниматься? Они вот так обходят.
боятся друг друга. Мы говорим, комментарии считаем, открыто говорим. И нас, конечно, они не уважают, и да и они не умеют никого уважать, кроме себя и своей машины. Тоненький этот получается. Я... Кто-то выставил еще. Вот все пока. Тут другой кто-то начал говорить, пусть продолжает. Надежда Васильевна, там, вопрос, да, вопрос был, что экстраполяция возможна? Конечно. Перенос во временной форме на каждого человека, то, что было избрание среди апостолов. Вопрос был тоже очень хороший. Я скажу, где вот не занимается Словом Божьим, таких сильных вопросов не задают. Ну, я имею опыт с вопросами. Я оцениваю их по там, пятибалльной шкале. Вопросы на пятерку, а ответа, может, никто не даст. Все. Спаси Христос. Слава. Матфея, 10 глава, 14 по 15 стих. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выйдя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Толкование. Они должны были по воле его отрисать пыль, знак того, что там ничего не взяли по причине недоверия, по причине неверия людей. Или же во свидетельство того, что они совершили дальний путь и между тем без пользы для них. Посему содомлянам отраднее будет, нежели сим неверующим, ибо содомляне, быв наказаны еще здесь, там наказаны будут уже гораздо легче. Вопрос. Евангелие от Матфея 10:16. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Толкование. Господь вооружил их чудесами, обеспечил относительно пропитание, отверзший для них двери достойных. Теперь же, являя свое предвидение, говорит и о имеющихся случиться с ними опасностях. Приготовляет их к терпению. Ибо как невозможно, говорит овце, не терпеть чего-либо среди волков, так и вам среди иудеев. Впрочем, если и постраждете, не гневайтесь. Я хочу, чтобы вы были кротки, как овцы, и чтобы побеждали особенно сим образом. Желает, чтобы ученики его были и мудры, дабы из название их овцами, ты не заключил, что христианин должен быть простецом. Говорит, что напротив, ему должно быть и мудрым, дабы знать, как надобно обращаться среди множества врагов. Как змей дает бить себя по всему телу, а голову прячет, так и христианин все свое имущество, даже самое тело, должен отдавать бьющим его. А голову, то есть Христа, и веру в него должен беречь. Равным образом, как змий скидает с себя старую кожу, сжимаясь в какой-нибудь узкой скважине, проползая сквозь нее, так и мы должны совлекаться ветхого человека, идя тесным путем. Но как змий вместе вреден и лукав, то Христос повелевает нам быть простыми, незлобивыми и безвредными, как голуби. Голуби обыкновенно тотчас возвращаются к своим хозяевам и тогда, когда отнимают у них детей и отгоняют их. Итак, будь мудр, как змея, чтобы не стали смеяться над тобою по твоему образу жизни. Но храни себя непорочным. Будь безвреден для других,
будь не злобив, как голубь. Вопросы? Матфея 10, глава 17-18 стихи. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками». Толкование. Вот что значит быть мудрым, что значит быть осторожным и не возбуждать против нас, гонящего нас, гонящего нас. Но благоразумно устроять свои дела. Имущество ли захочет отнять у тебя гонитель? Почести ли потребует? Дай, что, дабы он не имел никакого предлога вредить тебе. Потребует ли чего-либо другого, безвредного для твоей жизни? Не стой. Но если вздумает отнять у тебя веру, то береги голову и не щади для нее ничего. Вопросы? Вопрос такой. Вот нам заповедано остерегаться людей. Но вот мы все равно идем к людям, мы с ними там сообщаемся на работе, где мы теперь на улице. Мы призваны как бы любить этих людей, даже как врагов принято любить. И как найти эту дистанцию сохранить, ну, к человеку? До какой степени, то есть ему доверяться, доверять, но и в то же время, чтобы как его остерегаться надо, в чем нужно остерегаться вот этого человека, как он может быть опасен верующему? Игнат Тихонович, лучше всего про опасности, конечно. Будут бить, поведут в тюрьму тут. Так, перед правителями. Задай вопрос ко всем, кто присутствует. Может, кто-то желает? Желает ответить на этот вопрос. Вопросов нет, а теперь уже отвечать надо. А то все время один отвечает, а говорящая голова. Ну, по порядку, начинаю он с Сергея. Андрей, Тихонович, Русик, мы ради вас собираемся, ради вас, ради вашего опыта. Ну, кто же может еще ответить? Но все равно не пренебрегай даже малым опытом. Но я хочу, чтобы вы поучаствовали, а то мне самому неудобно. Хотя я сам не вылажу, меня просят, но... Сергей, ну-ка, расшевели конкретно, а то я буду называть кого-нибудь. Ну, вот, называйте. Ну, я вот назову сейчас. Вот Андрей Ложкин. Пускай отвечает. Это маленько репертуар изменим. Молчит, да? Сергей, нет, Игнатов, нет. Сергей Игнатов где-то тут есть. Вызови его. Он юрист. Большое образование у него. Опять нету. Даже смешно. Никого нету. Ну, кого еще вызвать-то? Ну, давай Виталия спрашивать, Калиникова. Игнат Тихонович, у меня нет мысли в голове, совсем пусто. Ладно, вот остерегайтесь людей. Я думаю, тут Рустик может ответить. Давай, спрашивай его. Он новенький. Ну, я думаю, что как бы любить людей нужно, то есть, да, ближних своих, но как бы быть осторожным. И если, ну, как нужно предполагать, что если они неверующие, то от них можно все ожидать. То есть быть начеку. Ну, это мои мысли по этому поводу. Вот видишь, как хорошо ответил. А он молчит. А я уже понял, этот вопрос он ответит как надо. Остерегайтесь. А где грань, спросили? Вот это вопрос. Иначе можно так достерегаться, одному остаться. И в то же время чужого не вводи в дом, Сирахов говорит, ибо не знаешь, что у него на уме. И дальше со вспыльчивым, ты узнал его вспыльчивый, не ходи по пустыне, для него пролить кровь как ничто. То есть Библия многое открывает на это дело. Не всяко вводи в дом твой, ибо не знаешь, что у него на уме. Это я прямо цитирую из Священного Писания. Не каждого вводи в дом свой. Вот этот убитый, у меня он обратился, когда этот Яковлев,
Гена, Геннадий Михайлович, стал он потом отцом Григорием. Его этот Кришна повелел убить, и он его убил. Я ему говорил, не открывай ночью, ну а ты боишься. Ну, я считал, когда спрашивали по Крышкина, трижды героя, говорят, что вы бесстрашны. Он говорит, только дурак бесстрашный-то, дурак. Он говорит, давно мертвый. А вот это чувство самосохранения мне позволяло интуитивно чувствовать, что из-под облаков невидимый самолет сейчас свалится на меня. Я заранее поворачивал туда пулемет турельный свой. Вот как люди наконец добиваются. Не каждого води в дом твой, ибо не знаешь, что у него на уме. А если уже узнал, ну ты дальше проверяй, гляди. Вот когда отвечаешь так, то говорят, ну а вас разве не обманывали? Обманывали. И вы не знали, нет. Я до конца верил. А он во врага превратился. Во врага, в лютого врага. Вот Иоанн Златоуст, прозрительный, ну дальше некуда. Поехал в командировку за Босфор. Оставил там Севера и митрополита, для него самого близкого. Вернулся, он заперся, не пускает его в епархию. Совершенно захватил престол. Вот вообще. А что про нас спрашивают-то? Да, я ему доверился. Доверился. А он сейчас стал хулить, и все православие. И пошел, никакого удержу нету. Выискивает что-то, где-то сказано не так. А ходили вместе в Дом Божий. И если это скорбь до смерти, как Давид говорит. Я пережил это. У меня ни одна морщина, говорится, от них, от таких. Но зато Иоанн говорит, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. То есть, когда в истине, самая большая радость. Когда отступает, самая большая печаль. И Бог дает испытать то и другое. А у апостола Павла, он говорит, все меня оставили. Один Лука со мною, который написал Деяния и Евангелие от Луки. Все ушли. А у Господа разве не было таких, которых он избрал? Все отошли, говорит, не хотите ли вы уйти? Это не один Иуда. Поэтому надо смотреть, доверять себя Богу и молиться. Молиться, крепко ценить дружбу. И тогда ты можешь сказать, Господи, ты меня благословил друзьями и врагами. Кажется, Володя Пащенко поднимает руку. Здравия, Володя. Я хотел примеры привести. Я был еще на Урале, и там один мусульманин заинтересовался вообще православием. Ну, как Библию читает, он с его слов Библию он читает. Вот. И он меня один раз попросился, ты, говорит, один живешь, а я бы хотел вместе с тобой, говорит, помолиться, узнать, как вы молитесь, как поклоны совершаете вообще. Вот. Я подумал, думаю, надо посоветоваться. Пошел к брату Андрею Сменягину. Говорю, Андрей, вот так вот такой-то мусульманин. А он его знал, этого молодого парня. Он говорит, ты что, говорит, для них это благо, говорит, убить самого лучшего христианина. Зачем ты, говорит, его пустишь в свой дом? Нельзя этого делать, говорит. То есть вот это место Писания подходит, остерегайтесь людей, именно вот таких особенно, которые, как мусульманин. Но я так и поступил, то есть я его не разрешил ему, посоветовал брата Андрея. Ну вот определение всех мусульман под одно, я не знаю. Я, например, в доме Муллы ночевали, вот мы были. И вот недавно у нас мусульмане были, он когда вошел здесь, в храм так нам, он упал на колени, у меня руку схватил и целует. Ну, друг, не одинаково все-то. Тут уж как Бог откроет-то. Из них очень и очень много людей, которые приветливы. Я считал, вот, допустим, они где-то там пасут, ну, надо поужинать там. И они барашка закололи, а всего было двое или трое. Следующий идет на огонек. Они, салам алейкум, и опять, уже это уже едок еще будет. Когда, говорит, барашек сварился, кажется, 45 человек сидело возле котла. 45. Вот. Это, ну, правильно, Андрей ответил правильно. Вот. Я бы не знаю, как я поступил. Может быть, назначил встречу в другом месте или как-то. Но не знаю его, как сказать так. Зачислить его головореза. Ну, это можно ошибиться, оттолкнуть. А он, может быть, готовый уже был. Ну, то есть здесь нельзя однозначно судить. Вот ко мне сейчас что-то пристает прокуратура. Непрерывно прямо везде это, как говорится, приходят. Что они хотят, не знаю. Последний раз я ответил, через неделю позвоните, я уже буду где на месте, и я вам скажу, где встретимся. Поэтому готовь там аппаратуру, снимать будем. Что они там имеют, что-то по детскому лагерю, которого уже 2 года нету, строения остались, а строения по акту я передал деревенским, и строения стоят на навозной куче, где даже трава не росла. То есть мы ни площадь не захватили, тем более у меня на это гектары, на 3 гектара была дана
бумага с печатью, председатель сельского совета расписался, главный агроном, дальше директор совхоза Корчинского, ну то есть депутат еще, ну, 4, кажется, подписи, законный документ, железный, как говорят, против, ну, разного там приходят швондеры. Ну вот, сейчас что-то они за мной ищут, помолитесь тоже, чего они ищут? Приходят почти минут 40, в окна стучат, в двери, не знаю даже чего, не знаю. Ну, молюсь и все. А может, и среди них есть тот, который примет истину. Вот что, в чем дело. У меня еще другой пример был в жизни. Я как-то там еще на Урале жил, и прихожу к себе в дом, к ограде подхожу, смотрю, в ограду захожу, там двое людей сидят, вернее, сидит одна бабушка на узлах. То есть это сумки, и она на них сидит. Уже лет так под 70 примерно. Все, я зашел, начал спрашивать, кто она, откуда. Она мне свой паспорт показала, начала там рассказать, что у одного частного предпринимателя работали, он их вроде выгнал, что-то там не заплатил. Вот. Смотрю, кто-то стонет, а у меня в бане там, смотрю, мужчина лежит, а оказался ее сын лежит, мается, у него зуб болит там. Вот. Ну, я с ней поговорил тоже, тоже документы показал. Ну, что делать? Помолился про себя. Матфея 25 глава вспомнилась мне, что был странником, вы приняли меня. Ну, вот, я думаю, ладно, оставлю их. Расположил, в баню им истопил, то есть они помылись, ночевали у меня. А на следующее утро я пошел к главе администрации нашего села, женщине, вот. И она с ней поговорила, дала им жилье. Его на работу устроила, этого мужчину, сына у него, она-то уже пенсионерка. А в дальнейшем уже, я уже за ними ничего не знал. Так приходил иногда и все, так они жизнь там закончили свою. Вот такой ответ. Вот такой был причин. Да. Я тебе написал сегодня, что мне звонил Каспришин. Могут быть разные фотографы из РИА Новости, Российское информационное агентство, Кряжев был. Так могут приехать, это саманы подготовить. Там убрать... А мне это... А? Иначе мне видеокамеру брать новую. А у тебя, ну, я не знаю. У меня дело в том, что старая, ну, которую мне дали. Батюшка сказал, это моя камера новая, все. Ну, тогда ему, а потом попроси. Ну, дай, ладно. А потом попроси, скажи. Он ее сразу забрал, батюшка, к себе. Ну, все, я приеду, у меня своя камера. Кто бы там ни был, снимай все. Суббота, воскресенье, посвяти этому. Мы в субботу выезжаем, если Бог благословит. Если весь груз не заберем, то Андрюша говорит, я в воскресенье еще привезу, вернусь, еще один рейс сделаю. И при том, я не знаю, он как будто бы это, как благотворение делает. Должны вот, я гляжу сегодня, да как, я думал, что она в пути. Марина-то наша, с Украины, там с Полиной-то, она здесь, Марина. У меня выезд в 7:50, практически в 8 вечера. Ой, Господи, прости. Ну, мы все сделали как надо. Так он мне еще, Николай, сегодня написал-то, что... Я говорю, ты деньги-то ему завезешь? Он, нет. Я, говорит, это ей помощь оказал. Вот интересно как. Все-таки, как Господь слышит молитву-то? И вчера вдруг с Испании, наша благодетельница одна, полячка, и говорит, я высылаю на вас, говорит, через Western Union 22 тысячи. А 22 тысячи, это как раз в один конец вам, да еще останется. И этот конец уже оправдали. Ой-ой-ой. Я все это брал на себя, туда и сюда, решил где-то взять денег там, как и вам дорогу оплатить, раз у вас нет. А Господь уже распорядился. Вот чудо Божье, над вами чудо совершилось. Его не вижу, Николай, это он хотел приехать, а тут его позвали где-то храм строить. Он говорит, поеду туда, может, себе жену найду. Ну все, пока. Продолжим чтение Слова Божия. Матфея 10 глава 19-20 стихи. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Толкование. Что бы ни сказали,
Как мы можем при своей простоте убедить мудрых, велить быть смелыми и не беспокоиться? Когда намереваемся беседовать среди верных, в таком случае нужно нам наперед позаботиться и приготовиться к ответу, как внушает апостол Петр. Но в деле с неистовыми народами и царями Господь обещает собственную силу, дабы мы не боялись исповедовать веру, наше дело, а отвечать мудро, дар Божий. И у меня вопрос такой, вот, к предыдущему стиху написано: «Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище». То есть это будет клевета какая-то, или они будут, вот как вот в вашем случае, ну, гонение на веру, при этом они же вам, Игнатий Тихонович, говорили: мы за веру не сажаем, мы заведомо ложные какие-то там измышления у вас. Вот что-то такое имеется в виду здесь. Это есть житие святого Евстратия. Молились-то по домам, как Библия говорит, по домам. Никаких храмов-то не было. Я не знаю, почему так. Они не заперли входную дверь. А там соседский кто-то пришел попросить, а у него в нижнем этаже магазин был. А они на верхнем молились. Шла служба. А никто не знал. Гонение было на христиан, вылавливали-то. Тот зашел, слышит пьянь, он по лестнице поднялся, а они поют и даже его не увидали. Он вернулся и сразу властям доложил. Власти сразу послали сюда полицию, и их арестовали, и дальше уже казнили. Видишь как? А если бы закрылись на запор, то ничего бы этого не было. Но опять же, мы верим, что есть небо. Господь их взял себе. Как сказать? Но такой случай... Они будут предавать вас. Они узнали, что верующие, они предают. А ты его, если пригласил или принял, ну, кто он такой? Ну, опять же, вот, раз на раз не сходится. У меня как-то, я не знаю сейчас, кажется, Надежда Васильевна заболела, в Новосибирске была. А я около вокзала жил. И много людей знакомых. Я разговаривал с бомжами разными. И я взял дверь, открыл, ключ спрятал. И приглашал их к себе домой. Вот момент такой был. Они приходили у меня, ели, пели... Пили, ели и спать ложились. А комната вся вместе по стенам, просто 12,8 квадратных метра. И вот однажды я, когда приехали тут адвентисты седьмого дня, откупили здесь дворец спорта, и там такой представительный человек, прилично одетый, с бородою, подошел ко мне и говорит: а вы меня, наверное, не знаете. Я говорю: нет, я один из бомжей, который к вам приходил. Я верующим стал сейчас. Благодарить подошел меня. Одетый просто так прекрасно одетый, шикарная борода такая. Ну, где бы я его узнал? А у человека было несчастье какое-то. Жена продала дом, и поэтому он оказался на свалке. Но он сумел выбраться оттуда. И у меня было, я открыл, у меня день и ночь приходили люди и спали. Я сейчас даже не могу сказать, я с ними был или я куда-то ушел, как-то из головы вышло. Вот так было, а потом, ну, вот остерегайтесь людей. Рядом убили кого-то, один случай был, второй. И не то, что я доверял, а просто вот Господь меня, я так понимаю, это от Бога было. Открыть двери, посмотреть, что будет. Виктор Гюго пишет, говорит, что дверь врача не должна запираться, а дверь священника должна быть всегда открытой. Ну, это, конечно, высоко. Ну, вот так я в жизни испытал то и другое. А почему, не знаю. И вот даже на... Я неправильно поступал, неправильно всех запускал. А вот уже Бог показал, что, не сомневаясь, это было от меня. Человек пришел к Богу. Я приходил, занятия вел с ними. Вот они там такие... У нас было такое, второй домик приобрели мы. Я много работал печником. И тут бабки собирались, молиться негде было. Надежда Васильевна говорит, они по вокзалу ходят. Один храм был тут, на Алтайском крае, два или три храма было. Я тогда рядом продавали квартирку, это церковь 137, Никитина, а я взял 147 квартиру один. И накупил там матрасов, я не знаю, 30 или 50 матрасов, ну деньги были. Я очень сильно работал, печи делал, и государственная работа. И бабки там приходили, из храма выйдут, три дома прошли только, и все приюта, как богадельня была такая. А сейчас в каждом на углу...
не меньше 10 храмов в одном Барнауле. Домик тот уже снесли. Вот. Это один на один раз не сходится. Да к бабке там я один раз только зашел проведать, как они зашептались. Хозяин пришел. Я шмыгнул скорее обратно. Надежда Васильевна их учила, занималась, провожала, встречала, кормила. На саночках, где-то, не знаю, где она на помойке ящики найдет, привозила. Я дров не привозила, она сама обеспечивала. Вот как все Бог устрояет. Поэтому назначить строго. Вот я буду делать так. Не всегда. Вот сегодня позвонили мне этот Каспришин. А Каспришин из фотографов, как деятель культуры, от Путина получил какую-то награду даже. Он очень такой известный. И он вывел как-то меня на РИО новости. РИО – это Российское информационное агентство. Это самое высокое. И там Кряжев фамилия. Я первый раз единственного человека к себе запустил. Один дома был. Я его не знаю, но зная Каспришина Андрея Николаевича, я этого принял. Принял этого Александра, и он у меня ночевал. А комната-то одна. А я только спать я ничего не слышу. А как вы ему доверились? Не знаю, я помолился, ему сказал. Саша, вы первый человек за 20 лет, кому я разрешил, не зная его, будучи один, а я не слышу, да еще и плохо вижу. Любым валенком пришибить можно. А получилось наоборот. Фотографии вышли на мировой уровень. Ведь тут надо просто молиться, и Господь укажет. А как лучше ошибиться праведника, не принять? Ну как? Как считали, говорит, что лес рубят, щепки летят. Чтобы одного шпиона не оставить, лучше 100 невинных зарубить, но шпиона найти. А другой скажет, да пускай лишь бы никого не трогать, пусть и 100 шпионов будет. То есть, что в позиции? По высокой шкале брать, как святые, то лучше быть обманутым. Он приходит домой, как а то у Илариона там было. Они там грузят, подогнали машину уже, все тут как надо. А наружу наблюдения-то не было тогда. И он подошел, поздоровался, вы тут что-то... Да вот, он давай им помогать. Но что там у него было, я не знаю. Там, ну, постель была или лопаты. Что у него там? Монах живет где-то в горах. Но главное, что сам помогал, это вошло в историю. А я не буду помогать сам. Как я помогать? А как я без компьютера? Вот и смейся. Нам далеко до них. Они знали, когда воры придут. Вот читаем там Остапи или кто. Он заступы, это как кирки, что ли. Вечером подошел, в огород себе 6 штук бросил. Ученик говорит, зачем? Да, говорит, да работать, придут работники. Они зашли и ослепли. А перед собой видят, и этими лопатами, кирками-то работали до утра. Он пришел, накормил их, отпустил. За огород вскопали полностью. 6 человек пришло воровать. Но это уже не про нас. Нам как раз, чтобы закрывались, остерегались, опасались, приглядывались. Вот поэтому Сергей Павлович дал объявление дома вести занятия. Я против. Народ другой. Побереги себя, ты очень нужен. Ну, вот так. Я у одних был, это надо было на поезд идти, в Латвии когда был, а поезд позже идет, а я устал в дороге, то я пошел на берег там, я не знаю, река какая-то такая, ну, местная, вента или что течет, и я залез под лодку опрокинутую, это там дождик начинался, под лодку залез и спать. Гляжу, у меня кто-то трепет. Бабушка одна подошла, она даже не очень и бабушка-то была. А я, говорит, в окно видела, как вы помолились и залезли под лодку. Я пошла вас позвать у нас ночевать. И, говорит, у нас цыгане были, я позвала. Они как-то нас обкурили ночью чем-то, и мы ни один не проснулся. Они даже из-под нас матрасы вытащили. Вот и возьми. И она ничего это... Не стала более такая осторожна. Ты меня позвала, ну, я поговорил, там, что она накормила. Вот какие люди бывают. Я это запомнил, уже 50 лет назад было. Отошел. Что-то замерло все до рассвета. Так, час прошел. Давайте... Ну, давайте. Не забывайте, что еще пятница занятий, и все до осени, до 10 октября. Так объявляй. Да.
Вы не будете знать, Сергей Павлович, что я не расслышал? Кто-то может продолжить, другую программу взять. У меня есть вопрос. Давай. Читаем притчи, 22 главу, 12 стих. «Очи Господа охраняет знание, а слова законного преступника он не спровергает». О чем речь идет? Ну, там вот написано такого. «Законный преступник», «человек худой», «злой», нет, «обманщик». Нет, «очи Господа». А первая часть как? «Очи Господа охраняет знание». Ну, тут тоже понятно. Человек угождает Богу, Господь охраняет его тем знанием, которое дает. Он разбирается в людях. Понимаете, это тайна. Вот ко мне одна женщина, фамилия тоже Минаева Валентина, из Прокопьевска, прислала дочь свою с одним парнем. Он сватается, и она боялась потерять ее. И ничего не надумалась, как послать в Барнаул ко мне. Но я побеседовал маленько, говорю, нет, мне не дано это. Я скажу, я, может, ошибся. А тетя Тоня была Бакланова, Антонина Георгиевна. Она такая, как безродная. Ее муж выгнал, детей отобрал. Она все время работала и работала. Я к ней прислал. Она побеседует, тетя Тоня. Может быть, как они, друг к другу подходят? Нет. Она, ну, маленькое время прошло, она вышла и говорит, кого ты мне прислал-то? Они совершенно разные. Им никак нельзя быть вместе-то. Но я Валентине написал, и дочке-то сказал. Дочку не знаю, как звать-то даже. Вот. Ну и она такая женщина доброхотная, православная. И она отказала ему, и он уехал. Парень-то такой был. А за нее посватался сын священника. Этот сын стал священником, она стала матушкой. К добру, не к добру, не знаю, но вот так вот судьба изменилась. У меня близкая родственница приехала с одним. Но я его начал испытывать. Она говорит, я не знаю, мама меня благословила, а вот я не могу разобраться в нем какой. А он работал где-то вертолетчиком. Балашова или где-то там, где-то в России-то. Ну, я его повел в храм, сводил, а сам приглядываюсь. Пошли к баптистам, а он все делает. На колени встал, молится, а у меня душа неспокойна. Потом что-то я его где-то как-то задел, он как вспылил, я понял, он, ну и все, разоблачил его. И он тогда, я специально это делал-то. Да когда ехал дорогой, что ей скормил, угощал там конфеты, за все высчитал с нее и уехал. Даже за печенюшки высчитал. Комсомолец оказался. Он говорит, я совсем не верующий. Как вы меня раскусили? Вот так бывает-то. А мама обиделась ее. Дескать, как так вот ты? Это, вроде все заладилось. А его, который приехал вертолетчик-то, он деда имеет, который вместе с мамой молились. И она боялась нарушиться отношения с этим Самсоном. Самсон звать его, этим деда-то его. Но ничего, все нормально обошлось. Тут надо просто быть верным делу Божию. Вот пример. У нас соседка была, и она Литуева, фамилия ее. И она Устинья приходила и лечила. Теленок там заболел, ногу как-то прыгнул, вывихнул-то. Но она пришла, я захожу домой, она, мать дала ей молока, и она нос туда сунула, и ниточку шерстяную навязывает узелки, считает Богородица. А как считает, неизвестно. Я говорю, это волшебство, это нельзя. А она продолжает узелки завязывать там, это, чтобы потом на теленка навязать это. Я говорю, волшебников смерти предавали в Ветхом Завете, а ты шепчешь, сидишь, шептуха. Как она бросила все и на улицу. А я с отцом только приготовился дрова пилить. Он у меня без руки был-то. Она ее чуть с ног не шибла. И закричала, говорит, Игнатий меня убить хотел. Это я сказал, что их убивали. Убить. Отец разгневался на меня. Пришел вот тут теленок. А потом стали уже дрова пилить-то. Он пошел что-то, и теленок-то прыгает. Смотри, говорит, эта ведьма-то ничего не могла сделать. И засмеялся, говорит, ой, как ты ее напугал-то. Она летела, говорит, глаза под потолок. Все наладилось. И с отцом хорошо, а потом и с ней. Тут надо быть верным Господу.
Игнатий Игнатьевич, я вот такую цитату нашел. Так. «Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей». Притча 9.2. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну а что тут комментировать? Я не знаю, тут все открыто. Ну то есть, в принципе, ее также надо остерегаться, правильно я понимаю? Ну ты с первого дня-то зачем так? Вот она вышла замуж, но он, как обычно, входит и все расписались, ну, не венчанные, и входит, открыли подъезд там, пятиэтажный дом-то, а он, Лидочка, Лидочка, он взял на руки ее. Но это уже пишет так. Она говорит: Ваня, все равно мы уже расписались, может, я сразу тебе на шею перелезу? Вот и все. Не давай злой жене воли, а воде выхода. Она прорвет все. Посади ее на место. Вот нельзя никак поправиться. Верю в это. Другую жену бывает оглоблей бей, она все равно. У нас сосед такой был. Каждый день ее лупит, а ей даже нужды нету. Там у нас ни милиции, ничего не было. Но битье это не выход. Надо заранее было смотреть. Болгарская шутка. Ее спрашивает товарник: а ты что долго так спишь, а муж все уже у тебя там по хозяйству. А он говорит: проспал, когда можно было на мне не жениться. Так что пускай работают. Ну... Что-то утихли, говорит, наши клиенты. Это звук. Ну вот рядом. Добрый вечер. Добрый. Тут рядом этот держак сидит. Что-то вас не видно, говоришь. Подвинь маленько мужика ту сторонку. Во, подальше, подальше, зайди сюда. Это держак сидит рядом. Это ваш этот родословный. Да ладно. Да. Мы молимся за вас. Молимся. Иван такой вот. Ну, я знаю ваши истории. Я ему бороду надо тебе носить. Ты киржак, а он... Говорит, у меня борода редкая. Снявший, говорит, голову, по волосам не плачут. Если вера-то есть, так он не будет никогда это делать. На днях ко мне мой племянник, старообрядец, привез такого, безбородого. Я говорю: кого ты взял-то? У старообрядца только борода, да и леса вкоременная. Больше не за чего ухватиться. И главное, чтобы всех осудить, как Герман Стерлигов. Вопросы? Вопросы. А как тебя зовут? Игнатий Тихонович. Игнатий? Тихонович. Игнатий Тихонович. Давай. Вы слышно меня, да? Ага, слышно. Вот, и я бы хотел, меня вопрос такой интересует. Сейчас как бы народ... да, вот православная церковь вообще должна трубить во весь голос, она занимается мирскими делами. Это я так, я патриарха Кирилла осуждаю, да, я не скрываю. Почему молчат вот об апокалипсисе, людей печатать начали? Вот этот самый острый вопрос, мы живем на последней странице, да, то есть все события сбылись и сбываются, то есть... Потом будет поздно. Почему церковь молчит? Как вы к этому относитесь? Да дело в том, что не молчит, говорит. Находятся люди, которые это видят и говорят. Вы вот зайдите на наш YouTube, на канал. Я разбираю его вопросы, патриарха, кажется, 62 вопроса, которые он отвечает, а дальше я даю комментарии и показываю. Он ответил не больше 6 вопросов правильно, остальные неправильно. На все вопросы. Андрей Кураев вот именно об этом говорит. Есть люди, которые говорят. Есть, да, есть, но их мало. То есть, кто должен прямым этим заниматься вопросом, они такие, как бы, на поколение сзади идут. Ну, что сказать на это? Вот такие мы есть, никудышные. Правильное замечание, все. Но один раз сказал, больше-то, что он не слышит, не надо тогда. А сказано ему, сказано определенно, четко. Так что каждый ответит сам за себя. Ему сказали, он при власти. Ну а дальше еще сказать? Один говорит: давайте объединимся вместе. А у меня рядом был человек и говорит: ну а как, по-твоему, объединимся? Ну как, пойдем попу морду набьем или как?
Ну, он вот так вот верит. Ты ему сказал, говорит, ты неправильно крестишь, люди ничего не знают, не учишь, не идешь, не благовествуешь. Вот апостолы пришли бы, они бы первый вопрос задали, вот зашли на богослужение, спросили бы, а какой веры эти люди? У нас ничего евангельского-то нету. Нету совершенно ничего. И поэтому в этой обстановке ненормальной, больной, но мы можем спасаться, трудиться. Таинства сохранились, символ веры есть. Мы благодарим Бога, где возможно. Игнатий Игоревич, я вот неправильно делаю. У меня вот, честно сказать, у меня вообще желание отпало ходить в патриархийные храмы. Ну вот честно. Прям нога туда не идет. И я очень с большим трудом себя заставляю туда пойти. Ну вот приходи как? У нас, ходи в наш храм здесь, в городе Барнауле и в Потеряевке. У нас-то тебе нравится? Ну да. Ну так что тут? Какой у нас порядок? Это уже не надо прибавлять даже. Все четко под контролем. Проповеди постоянно звучат, благовестие, порядок, шепотом даже ни одного слова не скажет. Никто не переступает ногами. Дети даже и те не пищат. Вот эти зачем делала? Из разных городов, все из разных городов. Ну что, наверное, все. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Да, когда приедете? Хотела об этом и спросить. Ну, так что, у нас день деревни 3 числа. К 3 числу, пожалуйста, приезжайте. Да не получится. Тут-то не получится уж точно. А что так? Ну, возможности нет. Работа. Да вы недалеко от нас. К нам с Украины он и Марина. Да. Я уже видела, что человек едет на Украину. 200 лет Потеряевки. 200 – это круглая дата. 27 лет восстановления. Побудете, вместе помолимся. Да с удовольствием бы, но не получится. В июле только получится приехать. Ну, так недалеко. И в июле – это само собой. А сейчас бы приехали на день деревни. Священники будут, гости, администрация. Ну, желание это большое, но возможностей. Ну, так вот, бери своего под руки-то и пошли, Николай. Евгений пусть с вами приедет. Он собирается. Обязательно поедем. А далеко ли, Горный Алтай, это наш, это входил в Алтайский край. Да, ну, оно недалеко, да. Но вот в июле-то мы точно приедем все. Ну, значит, вы не оценили, какой важный этот день для нас. Да важный, я понимаю, что важный. Праздник вот. Большой. Богослужение, помолимся о Потеряевке, будет обед, концерт, экскурсия. Ну, просто вы нужны. Посмотрите место, которое вам, может быть, Господь уготовил. Нет, там в деревне. Не получится, точно в июле приедем. Но там я еще потом позвоню, узнаю. Кто-то говорит, не слышно почти ничего, да? Не звук, наверное, забыли отключить. Не слышно, все тут гудит у меня, шуршит. Игнат Тихонович. Да. Ну вот, посмотрела, послушала события дня. Кто вас там пугает-то, стучит-то к вам? Я так за вас что-то забеспокоилась. Да, беспокоилась правильно. На этой неделе выставлю я вам ролики. Заснято это все. Ну, это люди вообще какие-то непонятные, или это все-таки ураган? Никто с ними не говорил. Самое интересное, что они стучались, когда что-то говорили, записывали. Давай говорить от бабы Маши, они не знают, как меня назвать, ну, это не годится так. И вдруг они все вместе, раз, черная машина перед ними тут заехала, развернулась, они сели. А вызванная полиция не подъезжала, пока они здесь были. Когда они ушли, тогда полиция подъехала. И даже полицейский из машины не вышел, посидели и назад, как будто в сговоре. Вообще странно очень. И все берегите это себя. Все это заснято. Никому не открывайте, никуда не ходите. Да никуда. Ну, заснято при том все это. Я не могу сказать, друзья это были и враги, и чего им надо было. Кто-то говорит, что это были из прокуратуры. А что прокуратура? Они бы оставили повестку там, написали. Конечно. А то ничего нету. Они бы представились бы во всяком случае. Ничего нету, никого, ничего нету. Ящики, ни одной бумажки нету.
тогда, конечно, наверное, вряд ли это. Ну, я не знаю. Мы молимся, Господь усмотрит. Напрасно бодрствует страж, если Господь не охранит города. Да. Ну, желаю вам праздник хорошо провести, чтобы все приехали, кого вы ждете. Ну, в общем, так, давайте, приезжайте. Так, я перехожу на Сергея Егоровича. Игнатий Тихонович, у нас в Мавритании в каждом подъезде дома есть домофоны. Это когда с жильцом разговаривают по радио. Так может, и вам такое можно будет продумать систему, чтобы можно было переговорить прям как по телефону. Кому надо что, говорят устно, оно все фиксируется, ответы получает человек. Можно записывать эти ответы. То есть домофон. На окне я выставил бумажку, мой телефон, и они позвонили. Так что какой мне домофон-то? Разговор-то был. И чего понятно. Надо, они не знают. Сказать не хотели. Они через забор перелезли, что ли? Нет, калитка была открыта. А, все понятно. Угу. Калитка открыта, так это днем было, до обеда. Притом это два раза было. Через день пришли другие люди. Точно та же история. Оба случая у меня засняты, и их выставят. Выставляю это не я. Там другие люди делают это. Вам нужно закрывать. Батюшка Зосима, настоятель Святого Васильевского монастыря. Он, кстати, учился вместе с патриархом Кириллом в Академии Ленинград. Так он говорил нам, всегда идите по золотой середине, не шарахайтесь ни вправо, ни влево. Но я вспоминаю изречение, которое было адресовано Иисусу Навину. Будь твердый и мужественный, с одной стороны, а с другой сказано другое. Будь осторожный. Поэтому тут надо и быть твердым и мужественным, и проявлять благоразумие. А то можно ночью действительно дверь открыть или днем кому-то неизвестно кому, потому что себя смелым считаешь. Ну и получится не то, что хотелось бы. Поэтому мы, конечно, учимся и осторожности, и смелости, и чтобы это было как золотая середина. Ну да. Так, ну главное, что я был один, и я не запустил, у меня закрыто все было. Сильно стучали в окно, сильно там, как будто бы ногами колотили в двери. А я молился в это время, все. Наблюдайте, в течение недели должны появиться эти ролики. Игнатий Тихонович, ну, у вас же есть опыт, чутье. Вот, можно это сравнить с тем, что было в 80-х годах? Нет, нельзя, несравнимо, никак. Тогда работали они, именно работали. Прежде чем меня арестовать, у них машины стояли перед окнами и на протяжении до вокзала все перелавливали всех людей, допрашивали, отнимали что-то. Я на работе машина стояла круглосуточно. От меня кто выходил, всех обыскивали. Я знал, кто. А это ничего не известно. Налогоплательщиков уходят. Те работали, именно работали. Я был у них в разработке, так и называется. А это вообще ничего нету. Вот. Тогда была 142-я статья, что молились не в определенном месте, не зарегистрированные, но на дому. А сейчас ты молись, замолись, ты никому не нужен. В этом положении сейчас проще. Что они имеют? Или ошиблись адресом, не знаю. Начального возраста не могут посадить там. Он мне еще раз полицейский звонил, уже, по-моему, четвертый раз. Извините, говорит, за беспокойство, а вот вы говорили, что они там в сарайку залазили. Говорю, я, говорю, не знаю, залазили, не залазили, говорю, ничего не пропало, говорю, и ничего мне не надо. Не в сарайку, а в сенки, сени. В сени зашли, трое закрылись, это все у меня снято. Наружное наблюдение все зафиксировало. Холодильник стоит там. В смысле, в сене, на веранду, да? Это, и уже долбились в вашу внутреннюю дверь. Сени называется у нас, сенки. Был дождик, им не нравилось там. Они тогда зашли, что они там делали, я не знаю. Темно, потому что это за дверью было. А выходили, выйдут на улицу, там походят, опять заходят, опять стучат. Что-то сильно я им был нужен.
вытащить меня, но не вытащили. А теперь у нас калитка снаружи все время закрыта. И закрыто, в прошлом году уже там сделали врезной замок, наружу, там через двор пройти надо. Если отсюда, как заворено называется, закрыто, они знают, кто-то есть. А ключ теперь поверну, они не знают, дома хозяева или нет. Эти дни я уходил и на ключ все время запирал. С тобой же ездили. У меня претензий никому нету, никому. Я не знаю, кто это, что, может, они ошиблись. Я читаю послание Коринфянам апостола Павла и вспоминаю о вас, Игнатий Тихонович, потому что слова такие есть. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот доказательство того, что вы любите Бога. Ну, Бог его знает там как. Ну, стараемся, уж его Бог примет. Один Господь знает. Ну, еще, наверное, Сергей. К концу подходит наша встреча. Я благодарю всех, кто молился. Так, Марина, все наши наказы выполни. Будь осторожен, одну секунду не отпускай от себя никуда, Полину. Ни с кем не разговаривай лично. Молчи и твори молитву, молитесь. А ты, Сергей Егорович, поедешь там эту Анастасию-то, найди Ривку, Ревекку бывшую. Я не разговаривал, я писал ей. Она ответила, что она пока не имеет возможности приехать в Потеряевку. Какая причина, она не говорит, но сказала, что пока не может. Я знаю, что не может это, но может быть надумает. Вот у нас здесь вот Райхан, она Рахиль стала, вот боевая, одна приехала. И говорил, не езди, я боюсь, никаких, приехал. Так мы с ней здесь подружились, везде храмы ходили, с митрополитом встретились, благословились, он наградил нас календариками. Вот она задумала, и все, так у нее муж мог и запретить. Вот Валентина Сартисон, я не знаю, она как часто бывает здесь, тоже вот такое пространство пролетает, приезжает, и это наши любезные, близкие, прям ближе родных. По плоти. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Да, миленькая. Ты оставила хорошую память о себе. Анастасия рассказывала, что она была недавно в Польше и принимала участие в каком-то фестивале православной песни. И заняли они там первое место. Она говорила что-то про это, но о первом месте я не слышал. Ну что, Сергей, ну, давай. Пока много работы, не отпускают. Понятно. Я к Сергею Павловичу. Давай, призывай к молитве и все. А то у меня тут на очереди должны подойти сейчас уже. Помолимся. Спаси Христос. Спаси Христос вас. С Богом. Да есть якова истину, блажить Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Да, тихо, молитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы во имя Господа нашего Иисуса Христа предстали перед Тобою. Если мы чем погрешили в рассуждениях, Ты прости нас, Владыка, исполни знания и мудрости Твоей святой, приготовь нас к отъезду из этого места, посети узников по всему лицу земли, в психиатрических лечебницах, которых враг преследует. Откроем двери райские, укрепи, дабы никто не отрекся от имени Твоего святого. Сохрани правителей от покушения на них и даруй духовное рождение патриархам, епископам, священникам и пастве. Благослови нас распусти с миром. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Кто там с собой, Сергей? Покажи. Аминь. 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 Аминь.